Азербайджан выделяется в палитре основных торгово-экономических партнеров СНГ. Об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко на форуме бизнес-клуба торгового представительства Азербайджана в России на тему «Экономическое сотрудничество Азербайджана с регионами России». Он отметил, что двум странам следует продолжить работу над развитием отношений, а также в области экономического сотрудничества. По словам Владимира Падалко, Россия с удовольствием отмечает качество продукции, выращенной в Азербайджане, в которой в настоящий момент нет конкурентов. Но необходимо смотреть и на другие направления работы. У стран есть огромнейший пласт возможностей для сотрудничества, отметил Владимир Падалко.